Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, ну что, многие просили поиграть за растений. Ну, я не знаю, друзья. Мне кажется, это беспонтовый какой-то вариант. Попробуем, конечно, сыграть. Так, если посмотреть у меня на этого, что у нас тут получается? Все на орехах? Или что тут у меня? На отхиле? Что это вообще за... Что это за команда такая? Непонятно. Так, можно мне посмотреть другую? Например, вот это. Изменить. Так, что у нас тут получается? Орех, орех, орех. Плюс хил. Тут же хил сразу у меня с какого-то перепуга. Очень интересная колода. Я что-то такое не помню, если честно. Но если у нас здесь на отхилах... Так, могилоед. Пускай, наверное, остается. Мне не хватает сюда, знаешь, какой карты? Вот этого. Вот был бы у меня вот этот вот, вот этот надгробие, это было бы вообще шикарно. Но его, к сожалению, нету. Тысяча есть? Или вот это вот? Тоже было бы неплохо, но... Цветочек тоже неплохо. Не знаю, для отхила не хватает вот этих карт, вот этих карт, вот этих. Поэтому как-то... Мне кажется, что лучше здесь. Тут ландшафт есть, все это есть. Ну, давай попробуем. Просто попробуем. Ну, а вдруг получится. Так, это орех в доспехах 2, да? Не знаю, что из этого выйдет. Ну, партийку, я думаю, можно сыграть. Тем более, вы просили. Да и самому как бы немножко, да, отвлечься от зомби. Так, 19-й ранг против нас подсовывает. Тем более, это разгром. Вот это, наверное, я пока уберу. Твою налево. Да чтоб тебе. Ну, что это такое? Ну, ладно, шиш с тобой. Ход зомби. Так, мне пока нечего выставить, друзья, поэтому... Он тоже не особо спешит. Я боюсь, если я сейчас выставлю ягоду, он ее выкинет. К ядрене фени, скорее всего. Опа. Ты глянь, что делает. Он ускоряется, ребята. Он будет сейчас призывать зомбарей. Ну, допустим. Так. Только не говори, что ты на спортивной колоде тут решил сыграть, парень. Давай без вот этого вот выкрутаса. Заодно и проверим, есть ли у него супер удар. Ах ты, вот как. Через безумие, ребята, он решил сыграть. Окей. Я пока не спешу, у меня есть чем отхилиться. Так что, ребят, можете по этому поводу не волноваться. Так, ну что, это переходит сюда, получается, да? Угу. Ну, а мы с тобой тогда сделаем следующим образом. Поставим ягоду и, наверное... А стоит ли нам... Блин, она лучше. Да нет, так не лучше, поехали. Ага, у него был шар. Ну что же, лишился он шара. Допустим. Если он сейчас будет выставлять тренеров, это, конечно, будет плохо, ребят. О, как. Ты гляди-ка. Ну, естественно, этого чувачка призвал вот этот, потому что он очень дешево ему обошелся. У нас с тобой сработает защита, там уже будет... О, смотри, что делает. Ты смотри, что творит. Так, ладно. Сюда поставим, наверное, орех. Скорее... Ой, орех. Ягоду. Сюда. Так, могилка, блин. Сделаем с тобой вот так. И вот так.
Угу, он его еще хотел прокачать, я понял. Так, срабатывает защита. Я не знаю, что у нас тут выпадет. Может быть, орех. Там уже будет видно. Угу. Пузырь. Допустим. Сейчас самое интересное, ребята, начинается. Ну что, поехали тогда, будем потихонечку, наверное, прокачиваться, да? Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Давай, наверное, еще вот так вот сделаем. Так, смотрим. Прокачивай, да? Ну хорошо, прокачивай. Так, что еще? Защитку еще делает. Следующим у нас пойдет сюда орешек, наверное, я так понимаю. Угу. Смотрим, что он сейчас влепит, если он что-то вообще влепит. Вот как он делает. Так, ну что, друзья мои, нам надо с вами сделать следующим. Поставим, ставим с тобой вот так вот. И тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. И вот так вот. Блин, сейчас он кого-то... Он, наверное, уберет хилочку мне. Скорее всего. Или вот это вот уберет. 100% у него удар будет. Да-да-да. Все-таки он убирает хилочку мою. Ладно. Ну что, поехали? Так, защитка сработает. Дальше мы... Тюнс. Ну, тут обменчик у нас идет. Добивка. И уничтожается. Вот как-то так. Но это пока, ребят. Выпадает нам орех с тобой. То есть два ореха я выставлю. Ага, йети. Угу. Это все, что ты сделал? Окей. Так, сделаем вот так вот. И, пожалуй-ка, вот так. О, если я реализую, ребята, эту карту, то ему не поздоровится. Надеюсь, у него нет шара. Не хотелось бы потерять орех, нет у него шара. Так, йети уничтожаем. Угу. Превосходно, у меня еще игруша выпадает. Да, этот фараон меня не интересует вообще нисколечко, если честно. Поехали. Так, что он сейчас будет делать? Восстановить себе здоровье, да? Конечно же, восстановить здоровье, ребят. Ну давай ты там уже ходи, ё-моё, чё там? Понятно, короче, все. А, нет, смотри. О, вот у него чё. Вот у него, оказывается, чё, друзья мои, было. Ну тогда прощай. Вот и все, друзья. Как-то так. Ну, не забывай, что 19 ранг был. Бэтмен 2, ё-моё, оказывается. Это его так увеличать. Ну, согласись, когда у тебя колода и не хил, и не орех, тут непонятно вообще, как нужно себя вести. Но, тем не менее, выиграли. Давай тогда еще разочек, наверное, забульбеним. Посмотрим. О, тетя, ну тут высшая лига, ребят. Тут уже
Тут ребята продуманные. Тут на шару не прокатит. Так, я насколько помню, ребята, он любит надгробия. У него все зомби, ну не все, у него большинство зомби именно с надгробиями. Так, пока не будем ничего ставить. Если что, орех надо ставить под прикрытие крахмала. Ага. Танцоры. Танцоры, ребята, у него. Опа, лужайка. Так, сейчас прокачивать будет. Через танцоров, я понял. Так, пошла, поехала мазута, да? Данс-площадку. Она что же прокачивает его? Да, она прокачивает. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот тебе, ребята, и вопросик. Что будем делать? Ну, поехали. Так уж и быть. Пока придержим. Угу. Эволюция, да? Так, ну что я могу сделать? Только лишь чу-чу-чу-чу. Пока вот так вот сделаем. Гриб, это хорошо, что гриб мне выпал. И, наверное, вот так. Поехали. Замечательно. Так, ну что, гриб с тобой сохраняем, да? Пускай он тут их хоть запрокачивается с ними. Все. Надеюсь, этого достаточно вам. Хопа. Так, ну что, теперь, наверное, грушу будем ставить, да? Я так понимаю. Поставим с тобой грушу. Ага. Лужайку взял. Уничтожает. Слушай, ну неплохая карта нам выпала, на самом деле. Сейчас эволюция или эврика, что-нибудь, ну, одну из двух у него там. Что? Зомби ставит. Так, ты должен переместиться, по идее. Пёся. Да-да-да, вот так вот. Отлично. Хорошая карта выпала. Так, что у него опять дэнс-площадка? Ладно, пускай там набирает энергии. Этот песик, перемещайся, пожалуйста, сюда. Так, ну мы с тобой сделаем следующим образом. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну и, пожалуй, наверное, вот так. А там уже посмотрим, что он будет сейчас. У него 7 энергии, поэтому, наверное, заклинашки, я так понимаю, у тебя. Угу. Еще один. Окей. Сейчас посмотрим, кого он тут поставит. 3 карты у него всего лишь. Танцулька. Ну, допустим. Даже вот так вот. Прокачиваешь, да? Ну, прокачивай, хорошо. Все, ребята, он все карты потратил. Мы с тобой ставим сюда арбуз. И... да, и вот так вот сделаем, пожалуй-ка. Поехали. Бумс. Ой, ё-моё, ребята. Я же совсем забыл, что эта лужайка, она же бьет. Она же не бьет по этому. Она же бьет сразу по мне. Хотя, по идее, должна была сработать защита. Она почему-то не сработала. Или он там с мишенью? Дэнс-площадка с мишенью была или нет?
Короче, трындец, ребят. Ладно, сфейлился. Да что ж ты будешь делать? Опять дают высшую лигу, а? Ну ты посмотри. Ну ладно, хорошо. Давай посмотрим. Ну, пока опять ничего хорошего не дают здесь. Плюс бесячество. Значит, с бесячеством придется немножко так, страж. Опа, легендарку хочет вытянуть, да? Ну, давай так сделаем. Ну, чтобы ни мне, ни ему, как говорится. А мне поставить-то пока некого. Что он там делает? Кровожадность. Ты смотри, что творит, а? Хе-хей! Ты наивный парень, однако. Нет, так не пойдет. Да хоть ты тут запрокачивайся, так говорю, не пойдет. Так, ну что, будем с тобой крахмал тогда вызывать, да? А, можно, в принципе, поменять ландшафт. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Что-то пока затихарился. Мода пошла, да? На площадке, на дэнс. Поехали. Так, уничтожает. Так, кокосовый король как раз, кстати, вовремя нам выпадает здесь. Ох ты, ох ты, ох ты, что творит. Копатель как хреново вызвал, ладно. Я, наверное, сделаю следующим образом. Так, у него две карты. Давай я так, наверное, сделаю. Ну, наверное, вот так вот. Пускай под защитой пока побудут мои ребята. Так. Вылазит. Вылазит. Новое достижение я какое-то получил. Господство зелени. Угу. А вот что он здесь достал. Так, минусуем этого хмыря. Ну, давай так вот сделаем. Карту сейчас в лобешник получим еще, кстати. Что он там делает? Шаманство? Ага, понятно. И мне, и себе, да, карты? Только себе три берет. Что, он серьезно хочет вот на этом сыграть всем? Ладно, хорошо, пускай будет так. Я нисколечко, ребят, не возражаю. Так, с тобой мы отхиляться отхиляемся, да? Конечно, отхиляемся. Единственное, что вот я не вижу... Горячка. Все, нет? Нет, ребят, еще не все. Еще у него тут всякие пугало огородные. Так. Делаем с тобой вот так вот. И, наверное, вот так. Вот таким вот образом. Можно было, конечно, немножко по-другому сделать. Ну все, ты угомонись уже. Угу.
Вот ты как решил, да, сделать? Так, ну что, ребята, делаем тогда вот так вот. И, наверное, да и, наверное, вот так вот. Кто там у тебя? Пловец. Ну ладно, пускай будет пловец. Блин, сейчас у него, правда, сработает это. Он, наверное, что там, кровожадность ставит? Сюда? Этого прячет в... Ладно. Ну, кровожадность-то понимаешь, для чего сделана, да, ребят? Чтобы пробить вот здесь вот всех, и этого есть в том числе. Да, походу проиграли мы, ребят, здесь. Ну, высшая лига, а что ты хочешь? Не стал вот здесь ставить, именно вот здесь надо было влепить. Потому что тут никто ему не мог дать сдачи. Вот в чем, ребят, проблема. Так, ладно, забираем с тобой эти и... И что? Ну, давай еще последний раз. Фейл так фейл, пойдем на нашего ржавого разряда. Будем с ним играть. Вот тогда пожарничал. Ну видишь, что пожарничал, если бы я поставил бы ландшафт. Вот когда, блин, нужно. Вот когда вот стоит у тебя лужайка, да, хилище. Этого растения ты хрен найдешь, который у нас атакует во время отхила. Хрен ты его найдешь. Вот я всегда заметил эту бредотню. Кстати, опять этот 19 ранга. Профессор Мускатака. Или как его там. Вот, вот этот вот. Где вот он был? Не было его. Вот и все, блин. Поэтому, если бы он был бы у нас, мы бы, конечно, бы захилялись бы полностью с тобой. Фулл хп сделали бы. Тем более, у него там карта оставалась шиш да не шиша. Сейчас будет доборы всякие делать тут. Короче, этот крендель устроит сейчас тут сбучку нам. Если я сейчас выставлю, мне кажется, он его уничтожит. Поэтому пока прибережем. Он тоже не спешит, да? Теперь можно было бы, наверное, выставить его через... Пока не будем. Все доборы делает. Слушай, у него, по-моему, я понял, кто там стоит. Чувак, который бросается курицами, да? Слушай, скорее всего, именно тот чувак стоит. Поэтому он его уменьшает. Он же за каждую призванную карту стоит намного дешевле. Поэтому он сейчас, скорее всего, с них и начнет. Точно. Сейчас посмотрим, если у него сейчас опять доборы будет, то так оно и есть. Так, пошли заклинашки. В путь. Отлично. Тратится, это хорошо, это мне нравится. Что, будет пропускать ход или нет? Угу, там еще и пират, да, потом появляется. Окей. Астронавта зачем? Ну ладно, пускай будет астронавт. Сейчас всем урон. Так, допустим. Посмотрим, кого он сейчас призовет. Или что он там призовет. Магистр кислых щей. Соответственно, еще у него там сокращение идет. По картам. Так, ну мы можем с тобой сделать, например, вот так. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. И вот так. Я думаю, это оптимальный вариант. Ну, правда, у него 4 энергии, так что он может воспользоваться. Вот, например, зомби наносит бонусную атаку. Что там где? Ага. Разыгрывание зомби, да? Поехали. Тынц. Шлеп. Шлеп. Угу.
Так, он у нас что делает? Ага, троечку ставит, да? У меня ландшафта нету, блин. Нет ландшафта, который мне нужен. Хилищий. Я тебе говорил? Я же тебе говорил, что так и будет. И поверь мне, это не последний чувачок, который у него там будет. Ну что ж, давай. Поехали, посмотрим, что он будет сейчас делать. Берет мозги, то есть дополнительную энергию. Но нам, наверное, пора хиляться уже. Как ты считаешь? Выставить раз, два, четыре, шесть. Блин, не хватает. Нам нужно 9 энергии, да, получается? 6 и 3, 9, да. Пока не хватит. Ну, можно, в принципе, сделать вот этого поставить и хильнуть орех. Ну, как вариант. Видишь, что творит? Так, что он там еще делает? Ну, так себе, я считаю, ребят. Давай сюда поставим его. Так, а уже потом сделаем этого. Ага. Ракетка у него была, ну ладно. Ракетку он потратил. Поехали. Вот так вот, да? Смотрим. Вот что он делает. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, здесь защита. Блин, если у него еще одна ракета, это будет плохо. Семерочку, конечно, не хотелось бы получить в лицо. Сделаем сюда с тобой попроще немножечко. Так, вот у меня и лужаечка, да, как раз выпала. Хилищая лужайка. Но опять же, блин, она опять же не выпала не вовремя. Он все мозги свои берет. Хапает. Что там, бонусная атака? Но защита-то все равно сработает. В плане, а почему... А, у него мишень стоит. Да ёпрасы ты, опять, ребята, фейл, а. Я не заметил, что у него с мишенью чувак-то стоит. Йо, он же ему по барабану. На защиту. Трэш. Да. Охрененно, блин. Надо было этого ставить. Кто знал, блин. Вдруг у него была там еще одна бомба. Мина, или как это назвать. Короче, ребят, все, ты понял, что у нас не получается за ореха. У меня именно. Погнали за нашего разряда. Попробуем сыграть за него. Хотя можно было бы за картошку поиграть. Сейчас посмотрим, если у меня сфейлится и разряд, пойдем за картофана поиграем. Ну все, начинается. Вот как за зомби перешел, хренушки ты кого найдешь. Потому что все играют за зомби, практически все, большинство, я не знаю, ребят. Выпадает мне каротин, то есть это самая морковка. Это вот, наверное, уберем с тобой. О, поехали. Ну, что ты там елозишь? Так, допустим. Кактус, да? Уничтожим. Не говоришь, что ты сейчас будешь колоду на кактусах свою ставить? Знаем мы такую колоду. Все
вся рука у него в кактусах там вся. И будет сейчас тут наяривать. Пропускаем. Нет. Не на кактусах. А могла бы быть, согласись. Так, что мы тут сделаем? Давай вот так вот я поставлю. Стража Галактики, блин. Опачки, ну и куда ты его сдвинешь? К себе туда? Ради бога. Нам главное выдержать удар. Потом я их всех просто через баллончик отправлю к праотцам. На грядку. Ну, что ты там задумался-то опять, парень? Давай. Сказала, говори Б. Морковка, она тоже еще та хитрюга. Блин, как вот мне ее получить? Мне не хватает всего лишь... Оу. Вот ты как даже. Ты гляди-ка, что у него здесь, ребята. Ох, он еще и убрал мне стража, да? Ну что, поехали тогда. Я выставляю опять. Опять у тебя там заморозка. Если ты заморозишь, это будет хорошо. Это будет мне просто на руку. Я тебя уничтожу. И вот этих твоих подхалимов тоже уничтожу. А в данный момент я ничего не могу с ним сделать. Пока. Давай-давай, орешек, это хорошо. Это все уничтожаем. Поехали. Этот мне не нанесет урона, так как этот страж возьмет все на себе. Замечательно. Ну что, теперь... Теперь, наверное, мы сделаем с тобой вот так. Тут ему, видимо, взгрустнулось сразу же, да? Судя по всему. Ладно, сейчас посмотрим, радоваться еще пока рано. Вот, видишь, что у него есть? Козырь, так сказать, в рукаве. Ну, защиту мы ему собьем. Что там он делает? Ага. Заклинашку применяет, ладно. Фиг с тобой. Так, воронка. Я сделаю вот так. И сделаю вот так. Хорошая карта. Так, у меня есть еще, ребята, ну видите, да? Черная дыра. Ой-ой-ой, со звездой это плохо, ребят. Со звездой-то это плохо. Твою налево, ничего сделать не смогу. Серьезного, по крайней мере. Он сейчас звезданет. Ты дичь. Так, понижаем. Кому понижать-то лучше? Наверное, вот этому атаку. Чтоб звездочка ничего сделать не смогла уже. Угу. Угу, хорошо. Такс, теперь-то что сделать? Блин, там заморозка, наверное. У него есть заморозка, интересно, на надгробии или нету? Фиг его знает, есть у него заморозка на надгробии или нету. Давай вот так вот я сделаю. Это пускай, я надеюсь, у него нет никакой там усиления атаки или еще что-нибудь в этом роде. Так. Ох ты, что он делает. Так, ну мы тогда с тобой сделаем вот таким вот образом. Чтобы вот этот ряд просто зачистить. Бумс. Бумс. И в лицо еще, да? Отлично. Так, ну здесь мы с тобой сделаем, наверное, вот так. Лишь бы могилоеда у него не было.
Иди сюда. Уничтожает растение, так смотри. Ушлепок несчастный. Ладно, хорошо, фиг с тобой. Поехали. Такс, ну что, погнали. Блин, а чё, на что я рассчитывал? Скажи мне на милость, а? О, нет. Да чтоб тебя, ну ты посмотри, блин. Я офигею, блин. Это, скорее всего, вот этот вот чувак ему достал этот, вот этот орех. У него не было в колоде, 100% тебе говорю. Я в шоке. Все шло замечательно, уже практически победа была в руках. И на тебе. Все через задницу идет. Короче, фейл за фейлом. Меня с этого ранга никак не хотят выпустить. Короче, трэш какой-то получается. Сейчас... Блин, я же хотел за картошку сыграть, если проиграю, да? Ладно, сейчас сыграем. Сейчас сыграем за картошку. Так, ну тебя тут только, блин, не хватало, а? Не знаю, кто там у тебя вылупится. Сейчас увидим. Еще и с орехами, да? Лучше, блин, не придумаешь, а? Вот лучше не придумаешь. Ребят, ну вот как вот так вот можно, блин? Никто-нибудь, именно этот хмырь, блин, да еще и с орехами, а? Вылупился. И баллончика нет, как назло. Да ты заколебал. Я вообще, честно говоря, удивлен немножко, что он на 39-м ранге вообще вот такое вот делает. Ну, это фигня. Уничтожает зомби на земле. Ну ладно. Блин, страж долго не протянет здесь. Давай вот так вот сделаю. Гриб. Так, я уже забыл, что там, перемещает растение, да? Куда ты его, блин, переместил-то, ёпперс? Не чтобы вот сюда куда-нибудь его переместил. Нет, он его на другой ряд. Давай так сделаем. Да ты заколебался своими росточками, а? Вот даже как делает. Даже вот так вот, да? Ну что же, что же. О, страж. Страж, друзья мои, да под защитой. Ой, великолепненько. Вот это, конечно, плохо. Ну да не беда. Короче, делаем с тобой так. Стража. Надеюсь, у него там нету какой-нибудь погони. Опять ты. Наносит 3 единицы урона. Ну, допустим. Поехали. Шар. Вот эту вот пакость с тобой берем. Поехали. Защита сработает. Там защита у него какая? Все растения на земле, да, получается? Солнечный удар есть еще у него.
Неудивительно. Ох, хорошая карта. Давай сюда поставим ее. Уничтожает зомби. О, сейчас кто-то вылупится у нас. И кто же это будет? Даже вот так вот. Подарочки еще дадут, блин. Перемещается, да? Так, ну что, мы можем, наверное, сделать с тобой следующим образом. Вот так вот. Надеюсь, кто-нибудь... Ух ты, медик. Захиляемся. Ну и пока, наверное, ничего больше делать не будем. Поехали. Вот ты что делаешь. Ну, допустим. И кого же ты хочешь сюда влепить? Так, у нас есть вирус. У нас с тобой есть вирус. Поехали. Так. Пока ничего не будем делать, поехали. Ты дичь. Ты дичь. Кого-то сюда он хочет поставить. Как ты меня достал, а? Горлопан. Антигероя влепил. Ты серьезно? Тут же... Ага, вот так еще. Поехали, друзья. Но он сам напросился. Окей, так, поставим с тобой сюда. И поставим с тобой вот сюда. Это сработает, у нас защита. Этот, конечно, погибнет, но, по крайней мере, мы с тобой урон не получим. Страж погибнет. А, какой погибнет? Он же у нас под защитой стоит. Е-е-е, все. Да бесполезно, у меня же защитник. У меня страж там стоит. Под неуязвимостью, по-моему. А, нет. Уязвим. Ну, погибнет, короче. Бумс. Каким-то чудом 39 ранг мы завалили. Не знаю, на что он там рассчитывал, если честно. Ну, на что-то рассчитывал. Так, я хотел сыграть за... За кого? За картошку? За картошку, да? Мы хотели сыграть... Я хотел сыграть за картошку. Так, давай посмотрим, что у тебя там за колода вообще. Картошка-то картошка. Так, мина, я смотрю. Так, лужайки, крахмал, вишня. Какая-то непонятная колода. На орехах, что ли? Да ну нафиг. Хотя все уйдет именно к орехам. Хм. Похоже, что на орехах у нас эта колода. Как-то интересно. Ну давай попробуем. Хотя тут еще есть одна у нас колодушка какая-то непонятная. На ягодах? На... Что это вообще за бред? Это вот эта непонятная колода. Подожди, что-то... Твою налево, бабах 2? Или какую нам надо брать-то? Бабах один получается, да? Вот это вот. По-моему, да, бабах один. Ладно, поехали. Попробуем, ребят, я что-то не уверен, что, конечно, здесь что-то у нас получится. С такой картошкой. Ну, попытаемся. Нам, кстати, еще нужно всего лишь 265 кристаллов. И мы с тобой возьмем 10 штук паков. Кто там у нас? Ага, разгром против. Хорошо, разгромчик. Это рано пока, это рано.
Хотел всю колоду составить, ребята, на, знаешь, какую, на этих, на ягодах, но нет ягод. А так бы, конечно, хотел бы зарулить. Так, и горячечка выпадает. С одной стороны, хорошо горячка, с другой стороны, плохо. Орех пойдет первый у нас. В бой. На чем он играет, пока неизвестно. О. Ну давай я вот так вот сделаю. Неужели у тебя шар есть? Так и точно, ребят. Ладно, выпендривайся, шар есть, довольный. Будем сейчас тоже его бомбить. Сейчас посмотрим, что... О, что-то странное. Что-то странное, друзья, блин. Как бы тут лучше сделать? Давай, наверное, вот так вот я поставлю сюда горечку. А с этим клещом разберемся чуть попозже. Бэмс. Ну, два в лицо, да, конечно. Тут ничего не поделаешь. Крахмал. Опять же, ребят, боюсь. Сейчас посмотрим, что у него там. Да ладно. Ух. Ну, парень, все козыри мне в руку идут. Все? Все, так, ну что, ребят, приступаем. Так, что он там, у него 4 карты. Поехали. Я надеюсь, у тебя нет еще одного шара. Да вы что, вы издеваетесь? Хорошо, защита. Пошел отсюда прочь. Заколебал уже, серьезно. Так, орех. Блин, а у нас у картошки, по-моему, нету, да? Опа-на. Кошатница. Друзья мои, кошатница, это... Слушай, а сколько она убирает? Ага, минус один, минус один, понял. Ох. Ох, что нам выпало, ребят. Кошка там... Лежит еще что-то. Так, ну что, задумался у нас разгром. Две звездюльки получает, это хорошо. В ответку, естественно, ничего не может сделать. Опа. Я вот так сделал, ребят. Эть. Хорошо, хорошо пошло. Ореховый король не подвел. Сюда, да, влепляет еще эту штуку. Ну, допустим. Так, потом мы можем с тобой еще один орех поставить. Ландшафтов у нас нету с тобой, вот в чем беда. По-моему, есть где-то шипы, но... Где там эти шипы, фиг его знает. Кошенница отдуплилась. Да ладно. Да ладно, блин. Надо бы пережить бы как-то. Что-то у нас получается на каждой... Размещается энергия на каждой... Понятно. Давай бомбить. Так, отдуплился, да? И в лицо три. Блин, сейчас сработает у него защита, естественно. Пиум. Так, ну что, 6 в лицо, да? И остальное все как полагается. 6. И тут 4, 10. Блин, а у него 13. Что, влепим, наверное, да? Давай влепим. Все. Согласись, этот орех просто имба, блин. От него... Никак этот.
А если бы тут кто-то стоял, он бы всех снес бы просто-напросто. Наносит, конечно, капитальный урон. Так, ну что, давай еще разочек тогда сыграем за... Очень интересная, конечно, колода у этого бабаха, если честно. Для меня она до сих пор непонятна. Просто не понимаю я ее. Вроде как бы на орехах, в то же время не на орехах. Странная, конечно, да. Шаманство трех карт. Неплохо, неплохо. Начинает он. Сразу руку себе, да, нахапал там. Угу. Так, наивная ты душа. Вот тебе и ой. Так, с этим, да? Понял. Так, ну что, наверное, сюда мы с тобой вот так вот сделаем. У него может быть ландшафт, кстати, тоже. Нет, ну он ничего не стал делать. Так, вот теперь, наверное, будем выставлять орех. Да ладно, вот гаденыш, а прикинь. Да кто бы мог подумать, что вот этот хмырь у него будет. Я, например, вообще бы такого не подумал бы. Давай вот так вот сделаю. Хрен с ним. Так. Что он там дальше придумает? Фиг его знает. Но этого мы можем уничтожить. А у него вон кто. А сделаем тогда вот так. Я надеюсь, он без прокачки, блин. Что там? Превращает в другого в кого-то. В кого же ты его превратишь-то? Хе-хе-хе, восьминога, фиг с ним. Так, прекрасно. Вылез, да? Ну, давай, 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 давай. Давай. Все. Так. Сделаем вот таким вот образом с тобой. Да и вот таким вот, пожалуй. Карт, конечно, там нахапал, но он не кислый, если честно. Чё там? Ага. Чё еще летающих мышей вставляет? Фига ты, парень. Погнали. Горячка. Пускай здесь стоит. Кому, наверное, сюда сейчас атаку понизить, да, гаденыш? Ну да, ему только здесь остается понижать. Так, свекла. Вот ты, значит, что делаешь, да, гаденыш ты такой. Ту-ту-ту-ту-ту. Что же, что же, что же, что же? Или как нам лучше сделать? Ой, так, фиксим. Ну и кого-то там превратишь. Да ну нафиг. Ты прикинь. Он уничтожает всех. А, нет. Не то, да, у него? Так, ну это тоже не желез. На следующем ходу он, в принципе, должен надуплиться.
есть вишня. Эх, не дотягиваемся, да? Ну и что он там делает? Под танцовщиков? О, вон он как делает. Ну я понял. Так, допустим. Вот это плохо. Нифига он еще и прока... Не, ребят, ну это уже... Я даже не знаю, как это назвать. Ну как вот это вот можно назвать? Выпадает именно на тех линиях, блин. Ну почему вот здесь не выпал, например, какой-нибудь хлыщ, блин, легкий? Чисто, блин, случайно, просто случайно вообще, ну я не знаю, ребят, как это еще назвать. Какой-то повар именно вот так вот все рассчиталось, чтобы вот уничтожить, блин. Когда я вызывал вот эту вот кровавую луну, у меня какое-то говно выводилось, поверь мне. Серьезно говорю. А у него и повар, который там 6, и еще и этот, который этот, с броней. Спортсмен этот. Офигеть! Заразительная сальца, давно с ней не воевал. Очень давно. Вообще для меня, если честно, это какой-то нонсенс. Ход зомби. Я очень недоволен сегодняшней игрой. Я говорю, ребят, вот как начинаю только вот снимать, вот не клеится игра. Как сижу втихаря. Кстати, многие говорили, что вот тот видосик, который вы видели без комментариев, где был, да? Я просто, друзья мои, играл в эту игру и, оказывается, не знал, что у меня стоит на записи. Поэтому мне пришлось вырезать все мои недовольства, которые там были. Вот, я оставил чисто игровой процесс, ну как бы. Поэтому и называется без комментариев. Мне опять поставить некого, ну ты посмотри, а. Давай, наверное, сделаем. Это, наверное, будет глупо, но я хочу проверить. У него 100% какая-нибудь заклинаха-то есть. Вот, видишь? Какая-то заклинаха у него есть. Ну что, пёси вызвать или что, или крахмал? Давай так вот сделаем. Наносит 2 урона. Еще, наверное, 2 урона, да? Понял. Слушай, где-то мы уже с тобой такое видели. Тебе не кажется? Давай еще раз проверим, как он будет против крахмала бомбиться. Ага, вот так вот сделал. Уж не знаю, что там у тебя, парень, но я сделаю вот так. А на этом не по барабану. У нас с тобой сработает защита, так что пофиг. Угу. Подарки всем. Что у нас тут, горячка? Ну, давай горячку поставим сюда, фиг с ним. Пускай стоит. Главное, что этот хмырь не будет развиваться, раскачиваться здесь. Так, ягода. Орех. Чеснок. Чеснок сейчас прокачается до 2,6. Если мы его поставим. Давай так вот сделаем с тобой. Фиг знает, кто там у него находится. Пум-пум-пум-пум. Ну что? Наверное, ягоду еще сюда влепим. О, вишня досталась. И поставим с тобой орех. Опять король, да? Как у свой. Что там у него с прочерком, да, чувачок? Пират. Рикошет. Ну давай, давай, убирай его. Правильно. Нечего ему здесь делать. Хорошо, что я не стал ставить ландшафт тогда. Поехали. Так, нам опять чеснок упадает.
Ну что, будет он своего пирата выставлять? Угу, выставил, да? Хе, а вот это вот зачем он сюда влепил, скажи-ка мне на милость. Я, если честно, пока не знаю. Тю-тю-тю-тю, давай, наверное, я сделаю вот так вот, все-таки. И песик поставим сюда. Так, пират, 5-7. Так, ну что, 3 в лицо мы ему зарядим потом, да, я думаю. И будет ему уроком. Это фигня. Кстати, как раз под вишенку, да, ребят? Как раз под вишенку все идет. Все, да? Красиво. Так, и лужачку сюда поставим с тобой, шипастую. Так, итого получается 3, 5... 7 урона в лицо, и семерочка у него останется. Хотя у него, скорее всего, сработает защита. И, возможно, у него есть капелька, которую может уничтожить. Ага, у него есть рой. Блин, я же говорил, защита сработает. Сейчас и чеснок этот уничтожит. Но дальше-то интереснее. Но... дальше интереснее в плане того, что, ребята, мы с вами сделаем одну фишку. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. Я хотел поставить вначале стража на нему уязвимку, но передумал уже на самом последнем моменте. Чего он там? Видишь? Видишь? Ландшафтик там поменял. Если он сейчас ничего не сделает, то ему будет очень фиговенько. Так. Так, и остается у него всего лишь 6 хп. Можно поставить просто виноград и все. Что он там выставил? Ага, он сразу, по-моему, метнет сейчас. Так, 4-5. Этого можно сразу расписать с помощью вот этой штуки. Этого с помощью вот этой. И хватает нам. Ну давай поставим, предположим, ягодку. Прям в лицо ему. Тюм. Блин, опять сработает защита чертового. Да делай ты что хочешь, ё-моё. Я думаю, что тебе уже... ну, у него, конечно, еще сработает. Что? Все, растранжирует. Давай, 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 транжирься. Все, до капельки. Все, зато я теперь знаю, что у него ничего нет, ребят. А раз у тебя ничего нету, значит, мы можем спокойненько с тобой выставлять, что захотим. Да? Именно. Сделаем вот так вот. И сделаем, подожди. И сделаем вот так вот. Поехали. А он сейчас не будет играть. А нет. Пиу. Ой, напугал. Ну давай вот так вот сделаю. И уже выпендриваться начнем. Вот так вот. Ну и что ты там загрузил? А? Заразительное сальце. Давай, 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 ходи. Как меня бомбить, так сразу. О! Это понятно. Так. Очень интересно, а как это... я не понял, ребята, а как это сейчас произошло? Погоди. У него сработал блок. Мои все сделали по удару и не пробили его. Это как может быть такое? Что за фокусы? Я не знаю, ребят, что это за фокус такие. Но вот так оно
Бывает. Ну, что ты там? Сальце. Давай, ходи, 33 ранг. Рип Конгван. Все на этом? Это все, что ты смог сделать? Правильно, сдался. Так будет справедливей. Не захотел погибнуть от моей руки? Лучше сдайся. Да, ребята, ну как-то вот такая вот у нас игра на сегодня получилась. Я бы, конечно, с удовольствием бы еще раз поиграл, но мы так и будем с тобой. То плюс, то минус. Больше, конечно, идет в минус. Ты сам видел, что я сфейлился больше, чем выиграл. Но периодически надо в нее играть, иначе все можно позабыть. На этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Кстати, сезон закончился через 4 дня, 17 часов. Конечно, хотелось бы мне попасть в 40-й ранг. Я попробую за эти 4 дня пробиться как-нибудь, но обещать не буду. Так что всем удачи.